さんどうもございます。こんにちは、こんばんは。今日はですね、モデルさんとこのラジオでできた大きなモールがあるんですけど、彼女来たことないということで最初のリアクションを見たいと思います。はい、それではお楽しみに。あ、ペロ、クリスティーナさんね。クリスティーナさん、カム、ペロ、カム、ペロ、出ました、山口。これ日本のメーカーって言ってるけど誰も日本の人知らない。これがね、ラジオの、一昨年ぐらいかな、できたんですけど、このカップ Какие именно бренд ты любишь? Ну, бренд, там, который здесь, магазин. Магазины какие? Да, ну, H&M там. Есть какие любители? Вообще все. Любимых магазинов нету. Здесь классные вещи. Но везде есть и не очень. Если бери место, ты ходишь и смотришь, да? Да, я люблю просто ходить гулять. Понял. Ну, потому что мне нравятся люди. В Владивостоке очень разные люди. Здесь разные субкультуры, то есть можно встретить, не знаю, супермодную девушку. Как ты, да? Как я, да. Красивую. Вау, красиво, да? А, да. Потом можно фотки. Ну да. じゃじゃん、持ってた。来ました。ラズバーグ。Очень приятно, да. Я подачу не видела, я хочу сюда стеклянную стену. Вкусно? Да, вот со сливками, как я понимаю. А пьете сейчас еще раз? Офигенно. Хорошо. Да. Ты маленький? Да, он маленький, но он должен быть вкусный. Это не твой там, конечно. Я не знаю, что это. Два дня король. Что это? Не один день король. Ага. Да, можно начинать кушать. Да? Ага. Здравствуйте, меня. А, что? Да, и два. Японцы не любят, когда кто-то ест на камеру. Нет? А? Ну, японцы, наверное, любят, когда кто-то ест на камеру. Да, я думаю, да. Да все, я думаю. Что-то
Капай, да? Если не YouTube, то я не включу такое. Да? Ну, надо где это? Работа очень грязная. Кубик, да.